Смекалин, 2019 года, час ночи, 55 минут. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфуддин, Ильян. Просто, честную тарелочку нужно помыть. Кашка у меня уже сварилась с чечевицей. Видео я загружаю. Пусть моя девочка, пусть Пюсенька уже покушала, да, Пюс? Моя красотка, моя суперзвезда. Ну давай на буфете. Ты что делала на буфете? Давай вообще на буфете сюда. На буфете. Сейчас я помою. Тарелочку, Вот, и буду Кашка у меня уже сварилась, так что вот. Холодненькой водичкой тарелочку.
холодной водичкой. Часа ночи, 2 минуты. С чечевицей сварила. Так что вот. Чистую водичку налила кипяченую. Так что вот. А как сегодня, в общем, делала заявку, звонила я в полицию по номеру 112. 112 позвонил мне из 53-го отделения полиции, участковый Мельников Владимир Сергеевич с телефона 999-045-04-29. Так что вот. И он мне сказал по поводу двери, что есть постановление, что этой двери около лифта, которая преграждает вот вход в квартиры, то есть вот, как она называется, вот, что эти двери вообще есть постановление демонтировать. Так что вот, я обращалась по поводу того, что замка, что хулиганы закрывают изнутри, вот, и мне как собственнику в квартиру не попасть. Так что вот, имейте это в виду. Вот. Ну, в общем, говорит, я обращалась в полицию, что мне, я выхожу по делам, выхожу в магазин, кто-то хулиганит на нашей площадке, закрывает эту дверь изнутри на собачку, и вот он такую штучку, вот, и мне не попасть, как собственнику в моей квартире. Так что вот такие вот дела. Ну вот, так что вот он мне посоветовал демонтировать этот замок. Я его закрасила так вот бумагой, краской, скотчем. И там снова это все отлепили, дверь закрыли, вы понимаете, да? Так что вот.
Ну, вот на видео я засняла наш разговор с полицейским. Вот такие вот дела. Александрова Татьяна Юрьевна, новая иночная фамилия. Татьяна Салмановна, Мактук, Сейфуддин. Я собственник этой квартиры. Комендантский 32192, литера А. Я мою квартиру продаю за 5 800 000 рублей. Так что вот, такие вот дела. Я в этой квартире прописана с 1990 года по настоящее время. Так что вот, 27 числа будет 29 лет. Как я в ней прописана. Так что вот. Такие дела. Собственно, она сказала, что вы как бы хотите. Ну, я ему говорю, я вам объясняю ситуацию. Я вам говорю, ситуацию объяснила, ну, уже по делам. Эти соседи хулиганы закрывают изнутри, вы понимаете, да? Так что, я вам сказала, собственно, я хочу, чтобы этот замок демонтировали. Вот. А так поймали хулиганов, которые это делают, специально причем. Полиция приезжать не стала, он со мной по телефону поговорил. Он говорит, ну хорошо, полиция приедет, что вы хотите? Наверное, кто-то другой хочет, знаете, там вот, вынужден вот так вот дома сидеть или там где-то вот это гулять, выяснять уже, понимаете, вопросы на улице. Я говорю, хорошо, если я приду, эта дверь закрыта, мне не попасть как собственнику в квартиру. Вот, я говорю, что делать-то? Он говорит, хорошо, вызывайте полицию. Я говорю, хорошо, а полиция демонтирует, не знаю, замки, двери, еще что там делает? Он говорит, нет. Это как МЧС делает. Хорошенькое дело. Так вот поехать на белые ночи, вернуться там в три ночи, в квартиру не попасть. Вы понимаете, да? Вызываешь полицию, они говорят, что они двери не демонтируют. Вот ходи там, стой на площадке и гуляй ночью. Но это я же вам сказал, что есть постановление, что же... По постановлению дверь вообще нужно демонтировать. Не только замок, но и дверь. Он говорит, так что вот, вы демонтируете и все. И свободно проходите в свою собственность, в свое жилье. Стираю уже второй день, мое постельное белье, что-то как, знаете, как-то такая еще у меня такая штучка, все-то постирала, у меня несколько раз, думаю, надо еще, наверное, постирать, еще не знаю даже, что там такое.
там еще специально у меня была, знаете, такая там просто с такими штучками, да, но у меня такой матрас там, очень такой большой, такой матрас. Вот. Все, вот такой карбан. Ну, я использую просто как на матрасник такой. Вот, ее тоже стираю. Дела, знаете, вот так вот ты позвонишь, в общем, решай все свои проблемы сам, называется. Петрушенька, я тебя очень прошу. С этими мокрыми лапами. Петрушенька, давай туда. Давай туда, не надо сюда. Даже ты меня уже намочила с этими лапами. Я туда по фэншую. Полила тут пол обильно водой на балконе, в общем, здесь по фэншую. Петрушенька, лапа мокрая. Морская выдра, морская. Так что вот. Лапы моет, пишет морская выдра. В общем, Диме. Написала Диме сообщение. Егорову. Спросила, может быть, у него кто-то из знакомых может помочь с этим замком, понимаете, демонтировать этот замок. Ну, он мне ответил, он говорит, ну а что говорит? Вы, говорит, вон там этим, я говорю, отвертки у меня нету. Я пробовала ножик ему снять. Позвонила соседу, который мне в прошлый раз открыл. Мне было первую ночь, чтобы не попасть. Ключом открываю, где попасть. Вы поняли, да? Я позвонила к соседу. 91-я квартира. Половина дома и половина участка на железнодорожной улице, дом 20, в поселке Белоостров, Санкт-Петербург, литера А. Это, как говорится, половина этой квартиры я оформила вот по свидетельству о праве наследства по завещанию, а другая, одна вторая, была уже давно, 2001 года, моей собственностью. Понимаете, да? Ну, великолепно. Так что вот, я мою квартиру продаю за 5 800 000 рублей. А сейчас я вам загружаю мое видео на мой канал YouTube, как мы с Василием Ильяновичем приехали. Вот, я там уже получаю? Да, получаю. Смотрите. Отдаю документы, получаю сейчас. В общем, короче говоря, в общем, я сначала, мы с Василием Ильяновичем ездили, я подавала мое заявление, вот, чтобы изменить имя. Ну, я как бы подавала заявление, изменить имя и отчество и фамилию, понимаете.
включу. Также я предъявила мой этот же паспорт на имя Александры Татьяны Юрьевны. Да. Что вот, это я на видео. Это я. Так что вот. У меня это видеосъемка на нескольких видео, так что вот, только одно загрузила, там на нескольких видео, видеосъемка. В общем, загружу вам, загружу. Я загрузила вчера на мою страницу ВКонтакте. Вот, ну, сначала на канал моего Ютуба я загружаю. На английском языке набирается Татьяна Салмановна Мактаун Сейфудин. Так что вот. И на мою страницу ВКонтакте на русском языке набирается Татьяна Салмановна через дефис Мактаун Сейфудин. Через дефис. Так что вот. Как я в нотариальной конторе вот оформляю документы. Это наследственное дело 22/16 года. Вот такие вот дела. На мою собственность, как я уже не сказала. Я оформила документ уже, оформила эту собственность. Я вам озвучила уже. Снимаю квартиру здесь на комендантском. И половина земли, половина участка. Половина дома, половина участка. Так что вот. Такие вот дела. Так, я загрузила видео. Дима Загоров приезжал 25 мая прошлого года. Привез мне ключи от этой самой квартиры. Я сдавала эту квартиру с марта 2018 года. 3 месяца я сдавала ему эту квартиру. Он мне покрасил эту квартиру в белый цвет. Она была в яркие цвета покрашена.
За мой счет Василий Валерьянович Обухов. Ну, он кого-то просил, кто там. За мой счет покрасил. Я же в брендировании вам пишу, когда я там вот, особенно на моей странице ВКонтакте, я там пишу, что это как бы я, вот на видео, вот. И брендирование у меня еще такое, как говорится, ну, к другим видео брендирование, где там, как говорится, число, где там в моей квартире, в Эллинге. Там я пишу, то есть мой такой лайф-джоб, я так его как бы составляю, ну там, наверное, понятно, да? Что как бы... А что я пишу это себе? Что вот на этом видео я, например, оформляю документы, а следующая там строчка, там, например, там, четвертая, а третья там июня. Вот такого-то года там в моей квартире на комендантском, это тоже я, то есть нужно смотреть другое видео, вот, на котором тоже я, ну, как бы, ниже там. Или иногда я, как говорится, такое брендирование пишу, из моего лайф-джорнала, ну, я уже из лайф-джорнала, у меня уже несколько лет я делаю, вот. А иногда я вставляю куски из моего лайф-джорнала, которые я писала до, вот. Так что вот, наверное, как-то понятно, или как написать. Так что вот. Понимаете, да? Также информацию я себе пишу. Информацию. Мои паспорта, мой как бы грант approval сертификат. Вот. Так что вот, мои документы. Так я пишу сейчас мой номер, social security, американские, мои американские права, которые у меня были, моя постоянная грин-карта, которая у меня была. То есть это моя, то есть это вот я себе пишу. Это мой life journal. Номер моего диплома юридического. Чеки, вот, документы на эллинг, документы на собственность, понимаете, да, которые
в общем, который там оформляла, переоформляла, это все мои документы. У меня нет там, ну, знаете, там я иногда на видео показывала, мне там, знаете, Эллинги там оставляли. Кстати, мой Эллинг в Петербурге, который я купила 5 марта 2017 года, я продаю. Вот, я, в общем, купила Эллинг, и там кипачку документов оставили, там, на Яковлева, знаете, на Пединыша. В общем, там, ну, какие-то, знаете, такие документики там были, там, что-то там, что-то кто-то делал. А, вот Яковлев там делал. В общем, короче, там по газу какие-то такие документы. Ну, вот я так тогда и говорю, что это документ, какой-то газовая разводка, да, там этот Яковлев. Ну, в общем, я как-то озвучиваю, что это вот не мой там, да, там этот документ, а вот это вот Яковлев, вот тогда я уже говорю об этом. Понимаете? Если бы был бы это чужой документ, вот, тогда бы я это написала. Понимаете? Потому что зачем мне чужие документы в моем. Как бы в моем лайф-джорнале. Если бы я, больше еще раз, если бы я стала чьи-то документы, если бы я чьи-то документы стала там как-то публиковать и так далее, вот, я бы об этом написала, что, например, документ такого-то, вот, а если я пишу там, например, такое-то число, да, в общем, я там в машине с Василием Валерьяновичем Обуховым, вот, значит, я в машине вместе с Василием Валерьяновичем Обуховым. Там дальше брендирование, там в нотариальной конторе, там в платье, такого-то числа, вместе с Василием Валерьяновичем Обуховым, это значит, я нужно понимать. Вы поняли, да? Потому что я пишу это о себе. Я снимаю себя, пишу о себе. Если бы это было о ком-то, например, что-то, я бы там так и написала. Если я пишу там, вот нотариус, там нотариус, там Агафонова, или нотариус Остапенко, так я вот пишу, нотариус Остапенко, да? Или там его нотариус, такая-то, в общем, вот это, я туда об этом так и пишу. Вечером такой свет, вот две лампочки стоят. А днем еще дневной свет сюда стал, немножко по-другому как-то, как бы вот так вот я там заснимаю себя. Только это так же я на видео снимаю себя. Так что вот. Не, а как вы думали? Я на видео эту записку сняла, записку.
мою мейлинге, вы понимаете, да? Вот я кладу денежки на мою банковскую карту. Банка Санкт-Петербург. В банке Санкт-Петербург. Считаю денежки.
Вот, Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия, Татьяна Салмановна Мактум, Сейфуддин. Так что вот,